Всем доброе утро еще раз. Готовлю завтрак. На завтрак у нас яичница с докторской колбасой. Такой типично советский вариант. Жареная колбаса с яйцами. В общем, 6 яиц на троих. Колбаска по 3 кусочка. Так. Сейчас будем сюда перекладывать. Здесь у нас помидорки, огурчики, хлебушек. Сейчас сверху яичницу положим. Так. А сын, ну, здесь сам себе положит, что ему нужно. Его пока нет дома, поэтому ему пока без салата. Придет, сам положит, что ему надо. В общем, яичница. Жарю на любимой сковородке. Люба, большое тебе спасибо за сковородку. Сковородка шикарная. На ней ничего не подгорает, моется легко. Просто обалденная. Мне еще нравится вот эта блинная сковородка. У нас с понедельника масленица начинается. Вот сегодня четверг, вот в понедельник буду жарить блины вот на этой блинной сковородке. Это мы сами покупали. Вот такая очень хорошая сковородка. Ну, в общем, все почти. Я думаю, что не надо сильно зажаривать, чтобы тут... Ну, в общем, еще чуть-чуть. Можно уже идти кушать. Видео теперь будут вот такого формата. На 2-3 минуты, не больше. Всем пока. Буду ли я еще сегодня снимать, не знаю. Всем пока. Сварила пельмени. Мясницкий ряд. Так, здесь у нас салатик. Помидоры, огурцы. Так. Теперь надо положить пельмешки. Телефон разрядился почти что. Такой у нас обед. Так, надо еще сюда черного перца. Так, есть перец-то? Нету. Вот здесь есть. А нет. Вот он, перец. Так. Еще бульончика добавить. Немножко. Так примерно все. Так. Тут еще суп остался. Вечером сварю картошку. Или толченую, или жареную.
Так что у нас там на улице плюс 2. Снегопад прекратился. Но на улице достаточно тепло, плюс 2. Наверное, мы сегодня гулять не пойдем, потому что как-то там грязновато все-таки. Наверное, пока не стоит. До субботы отложим прогулки. Вот суббота будет у меня выходной. Тогда мы сходим в кино. Ну, погодка так себе пасмурная. Вчера вроде даже получше была. По крайней мере, было солнышко, когда я была на работе. Так, ладно, ребятки. Надо идти кушать. Ну, тут лук, помидоры, огурцы, сметанка чуть-чуть. Это я тут себе положила. Сейчас еще перчика добавлю. Вот сюда. Будет нормально. Так, а чем бы мне закрыть? Крышку надо. Так, вот так пока закроем. Пельмени, кстати, вкусные. Вот эти мясницкие ряд домашние. Действительно, как домашняя. А почему мы налегаем на пельмени? Потому что через 10 дней пост начнется с 15 марта. Завтра 5-е. С 15-го пост. Пасха 2 мая. Воскресенье. Так, значит, мы отказываемся от мяса на 1,5 месяца или там сколько дней? 40. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На 7 недель. 7, 49 дней, что ли, пост? Что-то много слишком. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, 7, 49. Ничего себе, пост 7 недель, а не 6. Вот следующая неделя масленица. В принципе, уже мясо есть нельзя. На масленицу только едят блины. Со сметанкой там, с маслом, сыр, творог. То есть на масляную неделю, в принципе, уже не едят мясо. Ну, с икрой там можно эти блины с рыбой. Кстати, в понедельник у меня выходной, буду печь блины. Посмотрим. В общем, ладно, ребята. Время 4:30 вечера, мы еще не обедали. Все, пошли. Я пошла обедать. И вам тоже приятного обеда или приятного ужина, у кого что там. В принципе, пельмешки неплохие. Немножко мелковатые. Кстати, наверное, это не домашние, а другие. В прошлый раз я брала немножко другие. Не домашние. И название написано. Еще один раз. Остались. Да. Так, еще на раз есть. В принципе, ничего так вкусненькие. Это я в сметану макаю. В салат. Вкусненько. А вечером картошку сварю. Правда, еще не определилась, какую. Ну, или жареную, или толченую. Завтра с беконом возьму на работу. Ну, и на вечер там еще пара бутербродиков. Завтра длинный рабочий день. До 9 вечера. Так что надо брать с собой еду. В кафе питаться дороговато. Ну, ладно. Так, ладно, навряд ли я сегодня буду еще снимать. Завтра тем более на работе буду. В общем, всем пока, до субботы, либо до понедельника. Так, я забыла налить чай. Сейчас не будем, надо еще, раз уж собрались есть.
чайку заварить. Места нету. Все валяется. Так. Так, чай на воду вот такой вот зеленый с жасмином. Жасмин ти. Конечно, лучше было бы в чайнике заварить, но я завариваю прям так в бокале. Так, вкусно. Здесь какао, черный чай, зеленый шиповник, такой вот чай. Там у нас травки. Так, а там у нас кофе в зернах. Еще. Так. В общем, сейчас закипит, заварю чаек. И все будет нормально. Надо что-то попить. Сока никакого нет, воды тоже, ряженка и молоко. В общем, лучше чаек тогда. В общем, ладно, еще раз прощаюсь, всем до субботы.